Привет, любители Лего! У меня отличные новости. Ну, отличные новости для меня, конечно. Ко мне пришли две посылки из двух разных магазинов, где я заказал некоторые детальки Лего. И это посылки я заказал через BrickLink. Давайте откроем и посмотрим, какие же детальки я заказал и почему я заказал эти детальки. Я начну открывание с, наверное, маленькой коробочки. Коробочка маленькая. И мне кажется, деталей здесь должно быть меньше. Кроме того, если вы никогда не заказывали на BrickLink, вы можете посмотреть, как приходит заказ. До этого я заказывал еще в двух других магазинах, поэтому мне будет интересно сравнить, как упаковано. И вот те предыдущие два раза, когда я получал, упаковка была совершенно разная. Так, открываем коробочку. Ну вот этот набор я заказывал в магазине Bricks Bay. Это шведский магазин, здесь местный, соответственно, и вот у меня такая вот коряво-отрезанная бумажка, в которой говорится спасибо за ваш заказ. Так, пакетик один, пакетик второй, значит, это списали. Сразу скажу, что вот эта вот третья посылка, полученная мной через BrickLink, и опять третий раз совершенно другой подход, совершенно другая упаковка. А именно, здесь есть пакет с новыми деталями и пакет с бэушными деталями. По традиции начнем с маленького, посмотрим, что в бэушных. Пакет запечатан. Открываем. Здесь как матрешка. В пакете у нас и еще пакета. Вот смотрите. Я заказал вот такие вот желтые катки. Ну, видимо, катки. Если честно, сейчас уже не помню, зачем я именно их заказал. Но у меня были две причины заказывать те или иные вещи. Либо они были очень дешевые на сайте по какой-то скидке и были в секции техник. Либо они мне нужны для каких-то самоделок. По этим каткам я, по-моему, где-то их видел в какой-то модели, которую я хотел бы собрать. И, видимо, вот у меня были какие-то идеи. Поэтому, собственно, я эти катки и заказал. Здесь я заказал для своих Systems проектов поворотные столики. В этом пакетике вот такие вот детальки в черном цвете. Как вы знаете, если вы смотрели какие-то видео на моем канале, я люблю строить свои самоделки. Для этого я старался раньше приобретать наборы и разбирать их на запчасти, но, к сожалению, много наборов осталось на полке, потому что мне нравятся все модели Лего. Да, там есть плюсы, минусы, но любой Лего-набор, попадающий ко мне, мне всегда симпатичен. Ну, конечно, целая команда дизайнеров, такая компания старается создать набор. Да, они не всегда оправдывают ожидания, иногда они даже больше ожиданий, но в целом наборы приятные, поэтому их всегда жалко вандализировать. И именно поэтому я решил, что, ну, я буду заказывать детальки отдельно. Такие вот в черном цвете, тоже в цене. Уф, ну и тут россыпь всего. Я заказал вот такие вот стекла. Уф, я даже не ожидал, что они такие длинные. Ну, для каких-то самоделок, я думаю, пригодятся. Вот, заказал. Такие мне нужны. Конечно, для самоделок. Еще стекла. Видите, стекла, хотя они и в пакетике для использованных, индивидуально упакованы, чтобы не поцарапались. Значит, это 6 пупырок. Ну, такие традиционные для обычных лего-машинок. Вот я еще заказал такие штуки. Просто по приколу. По-моему, они были дешевые. Но в тот момент, когда я заказывал, я реставрировал одну из чимо-машин, где использовались вот эти такие старые лобовые стекла. Вот я заказал такие нитки. У меня одна есть. Не знаю, вот еще дополнил двумя такую рулевую реечку. И еще я заказал, пока не знаю, как все это будет работать, вот такую, такую. Ну, две таких, да. И, ага, они в разных цветах, серый, черный. Ну, видимо, это какие-то остатки были там. Эти детали использовались в старых автомобилях как поворотная система. Вот у меня была такая деталь, и я все не мог приложить голову, как это работает. Ну, вот как-то что-то, как мне кажется, это должно... Я так думаю, это как-то вот так эта рулевая система должна работать. Но мы посмотрим. Две вот таких вот. Одна у меня была, она используется у меня в джипе Мадоке.
И вот еще две, чтобы было. Но вот эти тоже очень долго я их не мог найти. Точнее, их даже особо не искал, но они мне долго нужны были. Опять же, для сбора джипа Мадоки. Ну и вообще, интересные угловые детальки. Вот такие штучки. Они использовались, например, вот в рулевом механизме вот этого вот автомобильчика 8472. Чуть-чуть Сисимса. Это у меня были потеряны, ушатаны из одного автомобиля. И вот одна такая. Плюс кресло. Синенькое кресло. Чтоб было. Ну что, друзья, переходим к пакету новых деталей. Ох. Новые детали. Что же здесь такое? Ну, конечно, вот эти вот 3L-коннекторы. Они мне нужны были, например, когда я собирал Jeep Wrangler. Желтенький, который официальный Лего. Вот такие детали тоже используются. Что тут по мелочевке? Пины с шариком. Пины 2/3 оська. Ух, как они катаются. Слушайте, прикольно. Ну-ка, давайте все рассыпем, посмотрим, как это будет. Не, кто-то удержался. Да, вот они такие. Опс. 2L-коннекторы. Тоже в черном цвете. Вот этих вот у меня как-то после постройки пары самоделок вот такие коннекторы. Ну, не потому что я их теряю. Просто они очень популярны. То есть здесь уже 1/3 ось, а 2/3 вот гладкий пин такой. Вообще нормально, когда я не делал на этот обзор, у меня есть лист, я распечатал своего заказа, и каждый из айтемов, да, я проверяю, совпало количество или нет. Но сейчас как-то мне это особо не критично, это не такие детали, которые стоит там перепроверять по листу. Поэтому открываю, ссыпаю все в кучу. Но все равно я, конечно, потом все это приберу. Так. Дальше вот такие вот. Ну, тоже полезненькие для чего-то. Такие вот переходники. Плюс я очень хочу пособирать старые наборы Лего. И в них, в старых наборах, переходные модели использовались. Вот эти вот балки с пупырышками и беспупырышкиные балки. Поэтому такие вот детальки, они являются хорошим переходником и, наверное, пригодятся. Для Systems коллекции тоже, потому что какая-то там распродажа была, какая-то очень дешево. Я вот купил вот такие вот вещи. Для автомобилей, скорее всего, в постройке автомобилей я приобрел такие диски. Для чего они могут использоваться? Ну, как декоративные колпаки, например. Ну вот, совершенно другой вид уже у машины. Вот такие вот диски. Так. Еще большой пакетик. Печенки. Без них никуда. Два больших катка. Причем катки у меня два уже есть, с того безумного набора на радиоуправление, который я приобрел ради Power Functions моторов. Вот теперь у меня 4 катка. Уже можно что-то думать, что-то строить. Приобрел еще для Systems вот такие вот, и, соответственно, к ним вот эта часть. Но это больше для моего сына. У него там какие-то с этим проекты. Что еще? Ну, вот эти два там были по остаткам. Не, не два, а 4. Так. Еще интересные детали. Такие тоже переходники. В какой-то у меня из наборов они использовались. Я подумал, что, ну, потерять легко, но пусть будут.
Вот 4 беленьких. Тоже, видимо, какие-то оставались. Там я их дозаказал. 4 3L в длину коннектора. Вот такие. Это для делать угловую передачу. О, видите, значит, еще один новый. Ну вот, подержанный. Мне кажется, по цвету чуть отличаются, но мне до барабана. Вот заказал такие. Это я собирал, реставрировал Ниндзяго автомобиль. Там как раз вот в таком цвете такая деталь отсутствовала. Я заменил другим цветом, но я предпочитаю оригинальный, поэтому я их и дозаказал. Вот эти, друзья, всегда пригождаются. И взял 3 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 11. Вот такие вот. Я их уже показал. Показал. Вот такой угловочек. Ну, там один оставался, его тоже забрал. Хотя предпочитаю черные. Еще вот такие вот штучки. Это почему я их заказал? Потому что у меня были вот два таких. И они составляют комплект. Вот у меня есть набор, в котором эти детали использовались. И собрал их правильно. То есть червячная передача приводит движение, раскручивает, позволяя нам делать вот такие вот вещи. Классный, кстати, набор, 40-летие Лего, оброс пылью, потому что это полуличный экспонат. Ну и судя по песку, это и также уличное игровое. И самое главное из этого заказа, что я, собственно, начал заказывать, это Powered Up моторы. Я заказал 3 L-ки и 1 XL-ка. Ну, XL-ка, L-ка. Обязательно протестирую их, посмотрю, как работают. Идея с моторами, я хочу собирать свой Zetras. Ну, поэтому начинаю копить детали для того, чтобы подсобрать Zetras. Плюс прогресс не остановить. Lego переходит, или уже перешла на другую электрику с Power Functions на Powered Up. Поэтому, ну, надо как бы успевать за этим. Так, вот это вот весь набор. То есть, я заказал ради моторов, и вот эту всю фигню в довесок тоже заказал. А что же большой? Всем пока! Идем играть, идем строить Лего. Увидимся.